Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова с вами игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Мы снова вышли на улицы нашего города для того, чтобы задать 5 коротких вопросов. И, конечно же, мы хотим получить на них 5 правильных ответов. Ну что, зададим? Поехали! Представьтесь, пожалуйста. Мария Стрижко. Мария, очень приятно, меня Кирилл зовут. Мария, итак, я задам вам 5 коротких вопросов. Некоторые даже будут тест-вопросы. Вам нужно подумать над ответом и дать ответ. Желательно правильный. Я буду вам подсказывать. Я на вашей стороне. Ну что, готовы? Итак, первый вопрос. Вы слышали когда-нибудь песню «Добрый вечер, Москва»? Слышала. Нравится? Не совсем помню. Не совсем помните. Итак, ее спела группа «Браво». Кто из солистов группы «Браво» впервые исполнил песню «Добрый вечер, Москва»? Жанна Агузарова, Евгений Осин, Роберт Ленц или Валерий Сюткин? Ну, думаю, что Сюткин. Думаете, Сюткин? А может, не Сюткин? Не знаете, как-то сразу была мысль про него. Я думаю, что это будет правильный ответ Осин, но я остановлюсь на Сюткине. А почему же, если вы думаете, что будет правильный Осин? Интуицию проверить. Интуицию проверить? Да. А может, мы проверим, ответив Осин? Такая провокация. Давайте проверим в осени. Осин. А может, Сюткин? Хорошо, давайте Сюткина. Хочу свою интуицию проверить. На какое количество баллов вы оцениваете? Минимум в 1, максимум в 5. Свой ответ или ваш вопрос? Еще раз. Ну, вы оцениваете свой ответ. В зависимости от того, если будет правильно, вы получаете такое количество баллов в свой актив. Вам надо набрать 20. На 2. На 2. Правильный ответ — Евгений Осин. Да. Он исполнил. Ну, ничего. Второй вопрос. Вы Олимпийские игры смотрите? Нет. Вообще никак, да? Давай. Не любите? Много смотрела, но вот давно не смотрела, так что давайте вопрос. Понятно. Итак, здесь будет тоже 4 варианта ответа. Какой из перечисленных видов спорта не является олимпийским? Гольф, регби, бадминтон или поло? Гольф. Гольф. А может, гольф является? Нет, давайте на 3 оценим и проверим. На 3. А там же еще есть 3 варианта ответа, кроме гольфа. Ну, где-то слышала, что гольф не является. Гольф не является. А может, он только недавно был включен? Ну, это потом посмотрю. А вы знаете, как вот вообще выглядят все эти виды спорта? Гольф, ну, я так понимаю, знаете? Регби, знаете? Каким мячом там ведется? Это не американский или футбол? Нет? Они очень схожи. Ну, тогда представляю, что вы... Представляете, да. Ну, бадминтон вы, наверное, сами играли не раз. Да, бадминтон тоже хороший вопрос. Да. А поло? Как выглядит вид спорта поло? Ну, только водное знаю. Нет, это не водное. Вы знаете, как поло идет? На лошадях ездит, еще клюшками загоняет мячик в ворота. Блин, надо было не мне отвечать. Ну, ладно. Ничего страшного. Давайте сменим на бадминтон. На бадминтон. Насколько уверены? На 3. На 3. Правильный ответ — поло. Шансов нет. Ничего страшного. Очень легкий вопрос. Да, давайте. Об умножении каких двух чисел поется в знаменитой песенке? А полученный результат известен в целом мире. Об умножении каких двух чисел? А полученный результат известен в целом мире. Давай, голову. Я не поеду. Дважды два. Тут подсказывают. Ну вот видите, подсказывают. Ну, наверное, про дважды два. А известный результат? 4. А он во всем мире известен? Не облизывай губы. Ну, про песенку, наверное. Понятно. На сколько оцениваете? На 3. На 3. И это правильно. Дважды два – 4. А это известно в целом мире. Вопрос. 4. Вы знаете песню Уитни Хьюстон «I will
always love you. Слышали? I will always love you, да? Итак, вопрос. Эта песня является мега популярной по сегодняшний день. А еще это самая популярная песня в США на этих мероприятиях. На каких? Хочется сказать, на похоронах. На похоронах. Я сейчас подумаю еще. А если я скажу, что похоронные неправильно? Ну вот я думаю еще. На каких? В армии. Ну, наверное, да. У них контрактная служба. У них, конечно, контрактная служба. Да, вряд ли на них. Но по контракту тоже можно проводить. Чувствую, что неправильный ответ. Я прям чувствую. Видите, чутье, скорее всего, не подводит. Так на каких праздниках? Блин, где мои мысли? На свадьбах? Глупо. Почему? Начинаем дальше. Почему? Грустненько. Почему глупо? Почему грустненько? Ну, давайте ответим на свадьбах. А на сколько уверены? На три. На три. И это правильно, на свадьбах. Как бы это ни звучало абсурдно, да? Просто песня про расставание. Грустненькая. Грустненькая песня, но самая популярная песня в США на свадьбах. Так, пятый, последний вопрос. Вы на метро часто ездите? Да. Часто. Тогда такой вопрос. В каком из перечисленных городов, я перечислю, метро открылось раньше остальных? В Будапеште, в Париже, в Берлине или в Токио? Будапешт, Берлин, Париж или Токио? Давайте скажем Берлин. Берлин. А может не Берлин? С Парижем еще есть вариант. Кто был побогаче у нас? Вариант. А может не Париж? Хотя Будапешт это из Австрии. Ну, Будапешт был частью Австро-Венгрии. Да, значит, они побогаче, значит, мы голосуем за Будапешт. Будапешт. А на сколько уверены? На три. На три. И это правильно. Это Будапешт. Ну что, из пяти вопросов вы заработали 9 баллов. К сожалению, этого недостаточно. Да, но спасибо. От телекомпании «Видное ТВ». От игры «Думай, знай, познавай, суперблиц» вы получаете поощрительный приз. Вот такой вот. Замечательный браслет. Спасибо. Пожалуйста, покажите его. Носите. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за игру. Удачи вам. Спасибо.